Старскрим! И я более 1000 лет защищаю свою станцию! Кто бы ты ни был, ты прошел долгий путь навстречу своей погибели! Ловлю тебя на слове, солдат! Мегатрон! Я думал, ты уже превратился в металлолом! Твоя живучесть удивляет! Темного энергона? Спятил! Темный энергон несет лишь хаос и разрушение! Мегатрон, может, ты и добрался сюда, но тебе никогда не заполучить темный энергон! Глупец! Никому не под силу контролировать темный энергон! Невозможно! Никому не удавалось добраться сюда живым! Охрана, задержите его! Я должен уничтожить остатки темного энергона! Остановите его! Чтобы начать процесс уничтожения, нужно время! Ты опоздал! Я уже запустил процесс самоуничтожения! Жалкий глупец! Никому не удавалось пережить прямой контакт! Что? Этого не может быть! Нет! Никто не может управлять темным энергоном! Он разрушает все, чего касается! Мегатрон, Тандеркрекер засек впереди несколько автоботов! Джетфайр мог предупредить Зету Прайма и отправить их на перехват! Этот тупица думает, что мной можно пожертвовать? Скоро он поймет, что нельзя недооценивать Старскрима! Как будто этот жалкий зонд может меня остановить! Сбейте его и все! Что это? Какая-то ловушка автоботов? Глупые автоботы думают, что их жалкие трюки могут сбить с толку Старскрима! Жалкая железяка! Молчи, Тандеркрекер! Какой зануда! Читать отчеты ремонтных бригад и то было интереснее! Даже я не смог бы сказать лучше! Тех, кто испытывает мое терпение, ждет гибель! Уничтожить их! Продолжай искать, глупец! Ответ должен быть где-то рядом! Идиоты! Отключите это немедленно! Я хотел бы получить решение сегодня! И я понял! Это же так просто! Прямо перед нами! Быстро! В укрытие! Хватит ныть! Найди другой проход! Отлично! Внизу может быть пещера! Мы не там, где надо, Скайворп! Так что шевелись! Мы уже близко! Следующий проход на дальней стороне этого каньона! Это я и сам вижу, Тандеркрекер! Хватит трепаться! Уничтожьте его! Стреляйте! Все можно взорвать! И это в том числе! Превосходно! А теперь огонь по аэроботам! Хватит этих глупостей! Разберемся с проблемой изнутри! Летим внутрь и целимся в энергетическое ядро! Двери открыты! Быстрее! Ха-ха-ха-ха-ха! Эти идиоты заперли нас вместе со своим энергетическим ядром! Устанавливай взрывчатку! Просто не верится! Эти автоботы еще глупее, чем Скайворп! На верхнюю палубу! Быстрее! Вот наш шанс! Вылетаем через дыру! Как всегда! А надо было вас обоих на станции оставить! Молчать! Это может быть невидимка автоботов! Смотрите в оба! Вот он! Уничтожить! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Познайте мой гнев! Подключите энергию, чтобы мы смогли двигаться дальше! Пошевеливайтесь, десептиконы! Мы уже недалеко! Еще один генератор поля! Эти автоботы мне на нервы действуют! Уничтожьте щиты! Осторожнее, идиоты! Там же стражи! Мне наплевать! Сосредоточить огонь на этой жалкой дверке! Вперед, десептиконы! В туннели! Нужно активировать мост! Эти туннели давно заброшены. Придется активировать энергетические терминалы, чтобы включить станцию. Кому какое дело? Если будут мешаться, стреляй! Ну вот, все как я говорил! Терминал энергонного моста! Нужно пробраться внутрь и активировать его! Должно быть, мы включили автоматические системы защиты! Огонь! Очередные глупцы торопятся погибнуть! Уничтожить их! Мегатрон! Мы столкнулись с существенным сопротивлением автоботов, но... Молчать! Скоро я буду править десептиконами, а Мегатрон будет моим слугой! Боишься подобраться поближе, Скайворп? Никто меня не остановит!
Огонь по замкам! Ха! Уничтожить их! Наконец-то! Отсюда мы сможем восстановить мощность энергонного моста! Отлично! Похоже, эта станция качает энергию напрямую в энергонный мост! Молчать, кретин! Нужно подключить к боковым терминалам ячейки с энергоном! Быстрее! Бейте по замкам! Автоботы заминировали комнату! Идиоты! Молчать! Идиот! Это даже слишком просто! Нужно быстрее найти остальные терминалы! Превосходно! Продолжаем искать! Остался всего один! Отлично! Теперь установим ячейки на места! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Одно нажатие кнопки отделяет нас от активации всей мощности энергонного моста! Получилось! Смотрите, сколько энергии! Вперед, десептиконы! Тогда мы уже близко! Энергонный мост должен быть где-то рядом! Устройство должно быть внутри этой машины! Пристыкуйте емкость с темным энергоном к кабелю и активируйте ее! Хватит с меня твоих сканирований! Загрязни устройство темным энергоном! Это он про нас, тупица! Хватит болтать! Реши эту проблему! Устройство уязвимо! Сосредоточьте огонь на ядре! С вашим убогим прицелом! Сосредоточьтесь на оружии! Небольшая задержка! Какая разница? Лучше приготовьтесь! Да! Он пал перед могуществом Старскрима! На поверхность, десептиконы! Должно быть побочный эффект темного энергона! Тихо всем! Не портите этот славный момент! Скоро моя орбитальная станция будет полна энергии! Не бойтесь, владыка Мегатрон! Под моим руководством десептиконы одержат победу! Мегатрон! Темный энергон оказался необычайно могущественным, как ты и предполагал! Армиям автоботов не устоять против него! Броул, это Старскрим! Запрос отклонен! Я не собираюсь терять свою технику! О, владыка Мегатрон! Я не знал, что и вы там! Запрос авиаподдержки принят, но бомбардировщики будут у вас через несколько циклов! Боюсь, вам придется потерпеть! Мегатрон, прием! Это Старскрим! Как слышишь? Мегатрон? Я видел, как вы рухнули! Мегатрон, я приведу подмогу! Всем десептиконам, что сражаются во славу Кибертрона! Мегатрон пал! Я, Старскрим, теперь ваш новый полноправный лидер! Мегатрон, ты жив! Но, Мегатрон, автоботы контратакуют! Отступаем! Десептиконы, отступаем! Атаковать? Но, Мегатрон, хотите восстановить свою драгоценную систему связи? Жалкие попытки! Ну, это вряд ли, Оптимус, или как там тебя? Тебе конец! Не тебе тягаться со скоростью и мощью Старскрима! Удачный выстрел! Вот теперь я разозлился! Я еще вернусь, автоботы! Это я вам обещаю! Уничтожить этого Громилу! Вижу Громилу! Он не должен уйти! Немедленно атаковать этого Громилу! Сосредоточить огонь на этом Громиле! Ни один невидимка не должен уйти! Перегрев! Работай же! Запас энергона перенаправлен в орудия! Ты у меня получишь, поганый автобот! Перезарядка! Никто не остановит десептиконов! Ха-ха-ха! Во имя славы! Мы сильнее всех! Еще один готов! Автоботы так быстро ломаются! Граната в укрытие! Берегись! Граната! Автобот бросает гранаты! Получай, поганый автобот! Бросаю гранату! Бросаю гранату! Граната пошла? Жалкие трусы! Уничтожить всех невидимок! Прятаться от врага — позор! Ликвидировать этого невидимку! Немедленно разберитесь с этим стражем! Этого стража необходимо уничтожить! Разнесите эту машину! От этого автобота должны остаться лишь обломки! На запчасти эту машину! Приближается машина-автобот! Уничтожить ее! Верните этого летуна на землю! Этот летун не должен от нас уйти! Смотрите в небо! Приближается летун! Всем смотреть наверх!
У меня куча планов, пора заняться делом. Кто-то должен уничтожать автоботов. Думаю, это сработает. Моя слава снова сияет! Я снова поведу десептиконов в бой! Прочь с дороги, тупица! Как глупо с твоей стороны! Если не умеешь воевать, не лезь! Отличный выстрел! Отличного бойца! Превосходное исполнение! Кто бы сомневался, если бы все десептиконы были такими, как я, сработано быстро и эффективно. Достойное применение достойного оружия. Этот выстрел достоин того, чтобы войти в историю. Ха-ха-ха-ха, только куски полетели. Подходящий конец для глупого автобота. Так будет с каждым автоботом. Познай ярость Старскрима. Победа будет за Старскримом. Мое тело идеальное оружие. Не лезь, тупица. Теперь мы повоюем. Это мне пригодится. С этим я уничтожу еще больше автоботов. Все оружие принадлежит Старскриму. Да, неплохо. Отлично, будет жестко. Многие автоботы не увидят завтрашний день. Да, так намного лучше. Энергия превосходна. Это пойдет на пользу десептиконам. Теперь вы все познаете мою ярость. Простое задание для такого могучего робота. Оружие мне пригодится. С дороги, тупица! Не путайся под ногами! Осторожнее, недоумок! Это предназначалось автоботу! Спасибо, что отбиваешь ракеты! Я тебя починю сразу же, как ты перестанешь ныть! Я трачу на тебя драгоценное время! Не понимаю, с чего ты ждешь особого обращения? Теперь самое время применить силу! Пусть все дрожат от страха перед Старскримом! Я поведу вас в бой! Никому не сравниться со Старскримом! Никто меня не догонит! В небе нет охотника опаснее меня! Эти мины просто оскорбление! Ты за это заплатишь, автобот! Ракеты не остановят Старскрима! Так просто меня не возьмешь, автобот! Одной ракетой меня не уложишь! Граната? Жалкое зрелище! Мне нужен ремонт! Скорее, сюда! Я серьезно поврежден! Я получил сильные повреждения! Мне все еще требуется помощь! Мои повреждения не устранены! Чтобы руководить, я должен быть в порядке! Только попробуй еще раз так сделать! Я тебе все конечности поотрываю! Какая невероятная наглость! Вставай, тряпка! Соберись! Здесь идет сражение! Сейчас не время для проявлений слабости! Руки прочь от моих целей! Старскрим не нуждается в твоей помощи! По своим целям стреляй! Даже не смотри на мои цели, если не хочешь проблем! Автоботов достаточно, выбирай любого! Отлично! Продолжай! Продолжай стрелять, боец! Вот так! Покажи им, кто тут главный! Да, вот так и надо расправляться с автоботами! Да, видно руку мастера! Внушает уважение! Автоботам не устоять! Взрывай их! Взрывай их всех! Да, пусть их разорвет на кусочки! На это приятно взглянуть! Превосходно! Почти идеально! Так их на металлолом! Да, вот так! Выплесни свою агрессию! Разнеси их на части! Бей ненавистных автоботов! Смотри по сторонам, тупица! Отойди от меня! Еще раз, и ты пожалеешь! Еще немного, я оторву тебе голову! Совсем мозгов нет, что ли? Тебе инстинкт самосохранения не подключили? А вот это было не обязательно! Это все потому, что вы ни на что не способны! И постарайся дальше быть поосторожнее! Грязные автоботы, вы за это еще поплатитесь! Кто посмел унизить Старскрима? Когда я восстановлюсь, я вам всем устрою!